Несколько тысяч долларов за свободу, правда, на несколько дней. Именно такую сумму запросили два сотрудника колонии-поселения в Актобе с осужденного. В эту сумму замначальника и руководитель оперативного отделения оценили право свободно покидать колонию. В этом учреждении это уже второй случай. Не прошло и трех месяцев, как к 5 годам приговорили бывшего начальника Айдоса Таханова. Он требовал с осужденных деньги и запчасти для своей машины в обмен на покровительство. Новоиспеченное руководство колонии-поселения, несмотря на печальный опыт прежнего руководителя, не удержалось от такого соблазна. У осужденного они потребовали взятку на общую сумму 4000 долларов. За это обещали полную свободу заключенному, который должен был являться в колонию только для того, чтобы отмечаться. Получили взятку от осужденного в виде денежных средств в сумме 370 тысяч тенге каждый за то, чтобы ему разрешили, за то, чтобы его перевели на домашнее содержание. Согласно действующего Уголовного кодекса Республики Казахстан, за совершенное данное преступление обвиняемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.